Друзья, привет. У нас тут, как всегда, водопой. Заодно рыбку высматривает. Вода чистая была. Вода не чистая, плохая, как ее не пили. Мне так кажется. Скоро эту всю эту красоту будем постепенно убирать. Готовиться к зиме. Сегодня 1 октября, елки-палки, вот это летит время, обалдеть. О, здравия желаю. Маша прыгнула, испугала собакина. Привет, кот. Как дела? Стоишь, что-то думаешь, так что же делать? Рудик. Так. Проходим по салону. Пошли, Маша. О, Господи. Будь здоров. Да осторожнее, там на кота не наступи. Все, будьте любезны. О, вырвался на волю. Горчица колосится уже, как, гляньте, какая большая. Сейчас. Вот, рука моя. Она уже такой высоты. Уже 20 сантиметров вырос. Ухи быстро растет. Увидел Маню. Тын-дын-дын. Да, шустрый. Рудик, на рыбок насмотрелся? Сегодня тоже с утра там придумал себе мышь и гонялся на ней. За ней, вернее. Что, кисуля? А лапы грязные. Смотрите, какие лапы грязные. Ужас. Так, надо еще какой-то коврик им придумать перед входом в дом. Чтобы лапы вытирали. Я вытирал котам, представьте. Вот когда дождь идет, и они все заходят. И мне надо 16 лап вытереть. Ой. А теперь еще больше. А теперь 20 лап придется вытирать. Рудик, что мы там нюхаем? Все интересное. Ага. Так. Все, дальше не бежит. Там у него, вернее, здесь трава мокрая вся. Не хочется лапки мочить. Что-то нюхает, вынюхивает. Так. Погнал. Погнали, вернее. Гулять. О, рыжий понесся вперед. Ух, а тут такая утренняя свежесть. Следующий понесся вперед. Да, не вижу я лебедей. Наверное, перелетели на другое озеро. Тихо-тихо. Ну, включилась собака соседская в галкотню. Вот он уже здесь. Водичку пьет. Вкусная водичка. И сегодня. Что на хвосте прицепилось. Ладно, потом почистим. Утка какая-то одинокая плавает. Да, чудное утро. Сегодня ниже 10 опустилась температура. Я посмотрел по прогнозу, там до 5, до 6 градусов будет ночью. Прохладненько. Шок, если бы не испугался, не бойся, мы тебя в обиду не дадим. Сейчас пойдем опять ему. Ух ты, Господи, я же испугался. Я их и не заметил, тут утки сидели. Пойдем включим ему этих рыбок. Так прикольно смотреть, когда он сидит и наблюдает за ними.
Это же какие-то там мыслительные процессы в голове идут. Да, рыбаков нету пока, но я думаю, будут. Он там что-то опять плавает. Ладно, друзья, пойдем мы в дом, попьем чайку и будем там что-нибудь делать. Что в своем доме всегда что-то найдется. Всем хорошего мирного дня, всем здоровья, добра. Остаемся на связи, друзья. Всем пока.